Привет, меня зовут Полина. Сегодня я вам расскажу такую вещь, что случилось со мной. Вчера, да. То есть, произошла какая-то ошибка в YouTube, и мой канал удалили. И мне пришлось создать новый канал, ну, это само собой пришлось. Как его удалили, я сразу создала новый канал, чтобы сделать новые видео и все остальное. Так что, думаю, вы теперь знаете, заходите на этот канал, и будут видео. Либо через день я попробую, да, это все делать, потому что учеба и все остальное попробую через день. Это будет тяжело, конечно, но придется так попробовать. Так что, думаю, вы будете сюда заходить и смотреть мои видео. Так что, все, я вам все сказала. Пока! На новом канале!